Чэнду состоялась церемония открытия 31-й Всемирной летней универсиады. Председатель КНР провел переговоры с лидерами четырех государств. Универсиада в Чэнду стала одной из самых высокотехнологичных в истории. Китай успешно запустил в космос спутники зондирования «Яогань-36». Сотни китайских компаний приняли участие в выставке товаров стран «Шелкового пути» в Бишкеке. В Ланчжоу провели международный диалог «Китай-Центральная Азия» для участников летнего лагеря молодежных лидеров. Экологический коридор на границе между Россией и КНР помогает увеличивать численность амурских тигров. Чэнду воплощает мечты в реальность. Под таким девизом в Китае стартовали Всемирные студенческие игры. После снятия пандемийных ограничений они стали первыми крупными международными соревнованиями в Поднебесной. Объявляю 31-ю Всемирную летнюю универсиаду открытой. В церемонии открытия приняли участие президенты Индонезии, Мавритании, Бурунди и Гайаны, а также премьер-министр Грузии. Уважаемых гостей и спортсменов из разных стран мира поприветствовал министр образования Китая Хуай Диньпэн, который возглавляет оргкомитет летней универсиады в Чэнду. Жители Чэнду с радостью встречают гостей и друзей со всего мира и демонстрируют традиционное гостеприимство и дружелюбие. Универсиада в Чэнду создает уникальную площадку для молодежи из разных стран для продвижения спортивного мастерства и укрепления взаимного доверия между цивилизациями. В соревнованиях принимают участие 6500 спортсменов из 113 стран и регионов мира. Помимо основных дисциплин в программе три дополнительные – гребля, стрельба и ушу. Кроме того, в этом году Международная федерация студенческого спорта повысила максимальный возраст участников с 25 до 27 лет. Я благодарю всех спортсменов за готовность преодолевать различные трудности. Когда мы смотрим на вас, мы видим наше светлое будущее. Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем построить лучший мир, и спорт поможет нам в этом. Универсиада проходит каждые 2 года, и Чэнду стал третьим городом в материковом Китае, в котором проводятся масштабные игры. Ранее студенческую олимпиаду принимал Пекин и Шэньчжэнь. Состязания в этом году продлятся до 8 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с иностранными лидерами, которые прибыли на церемонию открытия Всемирных студенческих игр. Китайский лидер высоко оценил сотрудничество с Грузией. Вместе с премьером страны Ираклием Гарибашвили они обсудили повышение статуса до всеобъемлющего стратегического партнерства. Си Цзиньпин подчеркнул, что на постсоветском пространстве руководство Тбилиси первым подписало соглашение о свободной торговле с Пекином. За 5 лет его существования экспорт из Грузии в Китай увеличился в 2 раза. Во время переговоров с президентом Гайаны Ирфааном Али председатель КНР отметил мощный потенциал двустороннего сотрудничества. Китай и Гайана стремятся к модернизации и высококачественному развитию. Президент южноамериканского государства, в свою очередь, поблагодарил китайскую диаспору за вклад в экономику страны. На встрече с президентом Мавритании Си Цзиньпин высоко оценил поддержку, оказанную в ключевых интересах Китая. Он заявил о готовности к совместной работе по защите общих интересов и международной справедливости. С президентом Бурунди китайский лидер обсудил усиление стыковки национальных стратегий развития. Всемирные студенческие игры в Чэнду называют одними из самых высокотехнологичных в истории. К грандиозному мероприятию там реконструировали 36 объектов и построили 13 новых. После соревнований в Чэнду останется много прекрасных объектов. Студенты смогут использовать общежития, а горожане – спортивные сооружения. Это очень большое наследие. Один из таких объектов – спортивный парк у озера Дунаньху, который сочетает в себе передовые технологии и эстетичный дизайн. Его центральный стадион может вместить до 18 тысяч зрителей. Здесь прошла церемония открытия универсиады, также будут проводиться соревнования по гимнастике и плаванию. Мы находимся на цементной площадке. Под ней система генерации льда. Она позволяет завершить заливку катка всего за несколько дней.
Затем это место можно использовать для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку. В прошлом году в Пекине запустили массовое производство беспилотных автобусов. Сейчас самоуправляемый транспорт помогает участникам и зрителям передвигаться по деревне Универсиады. Сотрудники следят за безопасностью передвижения дистанционно. Во время Универсиады мы предоставляем услуги автономных шаттлов. Их передвижение по деревне ведется по графику. Мы рассчитываем обслужить десятки тысяч пассажиров. Универсиада запомнится еще и необычными снимками. Их можно сделать в фотобудке с 3D-печатью. Новейшая технология способна создать 800 кадров за 3 секунды и трехмерные фото на память. Китай успешно запустил очередную тройку спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-36 с космодрома Сичан провинции Сычуань. На орбиту их вывела двухступенчатая ракета-носитель Чанчжэн-2D, которую разработали в Шанхайской академии космических технологий. Яогань-36 – это новое поколение китайских спутников дистанционного зондирования. Формирование их группировки началось в прошлом году. С сентября по декабрь на орбиту отправили 12 зондов. Всего с 2006 года на орбиту вывели 150 спутников семейства Яогань. Для ракет серии Чанчжэн это 480-й по счету запуск. В Бишкеке завершила работу выставка товаров стран «Шелкового пути». Масштабное мероприятие служит целям продвижения торгово-экономического сотрудничества между Киргизией и Китаем. На выставке свою продукцию показали сотни компаний из КНР. В этой Центральноазиатской республике, как и в других странах Евразийского экономического союза, востребованы китайские автомобили, а также высокие технологии. В них особенно заинтересованы киргизские предприниматели и перекупщики. Я сам живу в Китае около 10 лет. Вот, бакалавр оканчивал сам, и после того уже начал заниматься торговлей. И в течение 10 лет я понимаю, что технология именно в Китае развивается очень быстро. То есть она развивается настолько быстро, что другие страны, допустим, да, у них берут какие-то высокие технологические проекты. Электромобили, сельскохозяйственная и бытовая техника, новые энергетические технологии, медицинские товары. На выставке бизнесмены обеих стран могли познакомиться с отраслевыми новинками и тенденциями. Мероприятие играет серьезную роль в развитии торговли между Китаем и Киргизией. Сейчас у нас особый момент в отношениях с нашим великим соседом. В Кыргызстане намечается национальный рост экономики, национальный подъем. В этот момент, конечно же, мы приглашаем бизнес, значит, технологии, мы нуждаемся в научных разработках. С нами на выставку «Шелковый путь» приехали представители 78 предприятий Синьцзян-Уйгурского автономного района. Наша главная цель – углубить сотрудничество с Киргизией в торгово-экономической, культурной, технологической, а также туристической областях. Предприниматели привезли с собой инвестиционные проекты. Надеемся, что с помощью выставки они смогут найти хороших партнеров. Выставка товаров стран «Шелкового пути» прошла в Бишкеке уже в шестой раз. Как отмечают ее организаторы из Киргизско-Китайской торгово-инвестиционной палаты, результаты не заставят себя долго ждать. Стороны нацелены на подписание долгосрочных контрактов. Молодежный диалог «Китай-Центральная Азия» прошел в городе Ланчжоу провинции Ганьсу. Местный комитет китайского комсомола пригласил на встречу участников летнего лагеря «Мост к будущему», которые съехались в город Урумчи соседнего Синьцзян-Уйгурского автономного района. Десятидневный лагерь собрал представителей молодежных организаций, а также специалистов сельского хозяйства и культуры из Центральной Азии. Обменяться опытом на встречу в Ланчжоу приехали более 80 участников. Это молодые ученые, предприниматели, студенты и активисты. Будущие лидеры обсуждали креативное и инновационное развитие традиционной культуры соседних регионов. Золотая дружба между Казахстаном и Китаем простирается гораздо дальше чисто экономических отношений, культурный обмен, который проявляется в обмене студентами, проведение культурных фестивалей, выставок, способствует более глубокому пониманию и взаимному уважению между народами двух стран. Они также сотрудничают по ряду вопросов мировой политики,
таких как борьба с изменением климата и поддержка мира. Поэтому мы со своей стороны готовы вести активную работу по укреплению отношений между молодежью двух стран. Страны Центральной Азии, как и Китай, имеют многовековую историю традиционной культуры. Мы, как молодое поколение, обязаны перенимать и сохранять ее. Думаю, что молодежь отличается креативностью, склонностью к командной работе и любознательностью. Сегодня мы обмениваемся опытом в области сохранения традиционной культуры. Это не только поможет укрепить межстрановое сотрудничество, но и придаст новый импульс гуманитарным обменам между Китаем и Центральной Азией. Идею совместного обучения молодежных лидеров выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин на саммите к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и 5 странами Центральной Азии в январе прошлого года. Специализированный центр «Амурский тигр» на Дальнем Востоке существует уже 10 лет. Он создан по инициативе президента России для сохранения и увеличения численности уникального подвида. Здесь дикие животные проходят так называемую реабилитацию. К примеру, эта тигрица охотилась на домашних животных в Хабаровском крае. От дурной привычки в центре ее отучали 2 месяца и сейчас возвращают в естественную среду. Кошка молодая, там вот такая наглая, но она была на стадии отхода от взрослых родителей. Обычно тигр где 2-3 года находится рядом с мамкой, то есть готовится к сознательной, самостоятельной жизни и умеет охотиться уже в это время. Всего в зимний период в специализированный центр попали 4 амурских тигра. Они были угрозой для людей и проходили здесь необходимую реабилитацию. Перед тем, как покинуть вольеры центра, хищники проходят проверку. Специалисты должны убедиться, что дикие кошки могут самостоятельно охотиться и правильно реагировать на приближение человека или машины. После успешной проверки амурских тигров выпускают на просторы заказника Комиссаровский. Это экологический коридор на границе между Россией и Китаем. Гарантия того, что здесь сохранятся леса, где будет обитать российская группировка тигров, и подпитывать группировку тигров, которая находится в Китае, где на определенных территориях тоже созданы особо охраняемые природные территории. И в целом это такое будет достаточно сильное, мощное ядро, поэтому появление здесь новой линии тугенов, оно безусловно укрепит популяцию тигров не только в России, но и в Китайской Народной Республике. В заказнике уже обитают 3 самца и 2 самки амурских тигров. По словам специалистов, там для них созданы санаторные условия.